В Москве за считанные минуты от потери крови скончался пассажир автобуса. Мужчина упал на ступеньки и поранил ногу. На улице Декабристов в Москве, упав в автобусе, скончался пассажир. По словам свидетеля, пассажир упал, когда заходил в автобус. О падении в экстренные службы сообщили в районе 5 вечера накануне, уточнив, что на ноге у пострадавшего открылось кровотечение. Прибывшая на место бригада начала оказывать помощь, но, к сожалению, за считанные минуты пассажир скончался, реанимационные действия не помогли. Москвичу было всего 50 лет. Одна из пассажирок рассказала, что этот человек поранил ногу, когда заходил в автобус, споткнулся на ступеньки. Она предложила сразу вызвать скорую, однако мужчина посчитал, что сможет добраться до дома, но почти сразу потерял сознание. По предварительным данным, пассажир умер в результате большой потери крови. При жизни у него было варикозное заболевание.